тут уже птички поют. А мы за высокой стеной, нам ничего не видно, так что вот так вот. Разве что вот так, да. Но сейчас мы спустимся чуть-чуть ниже, а там уже пошла решеточка, там уже видно. Ах, это мы от Ксюхи идем, с Мурты. Домой пешком решили пройтись. Тут такая дорога красивая. Сонька, скажи, тебе нравится ходить пешком? Мы решили спортом заняться с девочками. Что-то они отстают. Нам тут Ксюха еще насыпала лимонов, грейпфруктов. Мы все красивые. Так, что это тут у нас? А ну-ка, быстренько рассказали. Стоянка какая-то, видишь? Какой домик шикарный. Розовый. Да, розовый для девочек. Для принцесс. Смотри, Бузина, видишь? Виталий Бузина. Когда будет раздвоение дорог, нам надо будет повернуть вправо. А вот это вот растет ежевика, девочки. Видите, сколько ее тут много? Она еще, конечно, зеленая. Да, она еще зеленая, но ее тут очень... Ну, это вообще у нас ежевики тут просто вырубают. А это акация. А это, смотри, какое место. И сказала Ксюха, что тут где-то дикие козочки бегают. Так что, если козочку видите, не пугайтесь. Боже, как тут хорошо прохладно. Летом надо тут гулять просто. О, Бузина. А потом ягодки будут. А это что? Это какая-то стройка у нас века тут идет. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Ничего страшного. Ты, главное, их не мой, потому что ты так не уложишь. Пойдем в школу с мошками. Вот, а тут тоже, видишь, церкви на каждом шагу. Ой, а тут что-то такое интересное. Девочки, тут вперед за мной. Вперед. Я как Иван Сусанин. Девчули, за мной, крошки мои. Так, мотоцикл никому не надо. Кто-то тут оставил мотоцикл. Берем? Лерка, будем сдавать это самое. На права? На права, да. Сначала научимся на нем. Лера, походу, это не назад. Шо-шо? Ой, смотри, это муравьи. Видишь, норы какие порыли. Главное, чтобы не змеи. Мы все видели. Ты видел? Да. Я Соня не показывала, но я все видела. Сонька, надо посмотреть танец моих этих змей из парка. Да, ты что? Мне даже кто-то сказал, что то были не ужи. Что то просто были змеи. Так, тут еще один домик. Боже, смотри, какая красота. Вот эту всю красоту мы видим практически с моего балкона. Вот это все, весь район Бальзанетта. А тут и ждут жилые квартальчики. Видишь, алыча. Вот она падает. Как дома, точно. А вот это не знаю. Хмель, не хмель. Что вот это такое? Похоже. Похоже на хмель, да? Ну и нам. А тут уже видишь, дорога, в принципе, такая ровненькая. Дворики просто красивые. Вот еще один дворик. Такой как замок. Видите, высокая стена. Ничего не видно. Вот как-то так. За высоким забором. Тут опять дорожки. Отсюда уже виден наш мост. Немножко ветер в камеру, извиняйте. И такой красивый деревянный тын. Да, интересно, никогда не видела, как люди так интересно живут на таких всех горочках, пригорочках. Ой, тут уже лесенка кончилась, уже надо круто спускаться. Девчата мои вырвались вперед. Еще и дома ремонтирует. Как сюда транспорт доезжает, вообще непонятно.
Интересно. Главное не заблудиться. Ну, думаю, до утра дорогу до дому найдем. Ну, смотрите, как девчата внизу, а я еще тут за углом. Такие интересные строения. Везде черепица. Везде вот эти вот заборы каменные. Деревья высокие. Ну, в общем, как мы попали в какой-то каменный век. Точно. Район называется Мурта. Если мой район называется Траста, то этот называется Мурта. Вот так вот. О, черешня какая. Далее. Сколько черешень. А там вот дальше апельсины. Вон все черешни на полу валяются. Никто их не собирает. Апельсиновые деревья. Ох, мои девчата разогнались. Шо, дать жару. Погнаться за ними. Оп, это вы знаете, да? Шо? Инжир растет, видите? Он еще зеленый. Но вид обалденный. Оливковые деревья. Какие-то сосенки какие-то. Дышится как легко. О, дальше опять ступенечки пошли. Слава богу, а то с горки не так легко спускаться. Чтобы не думали, что это так легко. Это совсем не легко. Легче под горку. Тут фрукт, что я девочкам покупала. Белая роза цветет. Очень красиво. А дома тут какие интересные. Какие-то все однотипные. А туда как красиво. Не знаю, я развернула, девчат, туда мы идем, не туда. Но мне кажется, что туда. Главное мне спуститься. Еще одна черешня. Что? Не, в частную собственность забрели. Ой, возвращаемся. Все-таки мы не туда попали. Все-таки надо было по дороге. Ну ничего, зато теперь я первая. Ай. Да. От, попали. Зато розы цветут. Киев живет полноценной жизнью. Машины повозвращались, люди повозвращались. Детей полные эти. Детские площадки. Пиво продают. Все нормально, все зеленое. Тут он вообще прикольно, уже закусь растет. Ну, черешни. Ну, такое, какие-то камыши, все всякая ерунда. И даже не знаю, как оно что называется. Но закусь заприметил уже. Так, еще тут я вам не снимал. Это у нас тут школа, гимназия, детский садик. Здесь у нас футбольное поле. Детвора вечно в футбол гоняют. И мужики взрослые играют. Тут у нас сирень, шмирень. Людей не знаю, как-то в один момент наперло столько, что ого-го. Ну понятно, сколько же можно. Так, это еще с этого боку. Вот так вот все цветет, пахнет, строится. Спортивная площадка у нас тут. Там вон пенсионеры лупятся в этот, в теннис. А, и молодежь тоже. У нас тут все так цветет и пахнет вкусно. Что-то я голодный просто. Ну прикольно.